Первый день лета – это уже повод для праздника, но у жителей Тосы Северной есть еще два весомых аргумента за то, чтобы провести этот день вместе. День защиты детей и военно-транспортной авиации. В микрорайоне около 12 тысяч жителей. Казалось бы, собрать всех и организовать праздник, который увлечет столько разных людей, непросто. Но оказалось, что это реально совместными усилиями. Чтобы организовать массовый праздник, это все равно огромное вложение не только экономических, но и психических сил. Поэтому здесь совместно, когда эта работа идет, это совместно городская дума, совместно областная дума, совместно администрация нашего города и совместно, естественно, центр 610-й. Нам проще это организовать. Располагающийся в микрорайоне военный аэродром всегда был поводом для гордости местных жителей. Военные участвовали в жизни микрорайона, помогали, организовывали досуг. Микрорайон Пустошбор и аэродром Северный всегда, как дружелюбные соседи, живут вместе. И горе, и радость встречают вместе. В недалеком прошлом начальник 610-го центра отвечал за всю территорию Пустошбора. Но времена меняются, меняются небольшие правила. И вот мы решили это все возобновить и снова военные и гражданские встречать праздники вместе, дружить с семьями, с детьми и вот на всех праздниках, в том числе и этом. Военные на праздник предоставили оркестр, солдатскую кашу, организовали музей под открытым небом и выставку техники. И совсем не удивительно, что это привлекло немало других виновников торжества – местных ребятишек. Сегодня все лучшее детям, потому в боевых и спасательных машинах можно было посидеть, а еще сыграть в футбол, покататься с горки и вдоволь напрыгаться на батуте. Взрослым также не до скуки. Для них многочисленные спортивные соревнования и конкурсы. А те, кто не устанут и не сойдут с дистанции, вечером смогут насладиться фееричным завершением праздника. Будет салют, будет прожектора и белые шары в небо. Будет, должен быть концерт интересный. Нечасто локальные городские праздники проходят с таким размахом. Но главное, что удалось организаторам при всем масштабе сохранить теплую, почти семейную атмосферу. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.